Тамара Френц. Добрый день. Хотел бы узнать ваше мнение касательно плана перезагрузки или Great Reset. Вы думаете, что такой план на самом деле существует и сейчас воплощается? Мы обсуждали эту тему с Леоном в одном из интервью с ним. Выступления Трюдо, выступления других политиков. С моей точки зрения, все-таки это очень похоже на конспирологию, хотя, ну, на конспирологию похож такой план глобальный, согласованный с Борисом Джонсоном, с канадцами, с Францией. Хотя тенденция не план, а именно тенденция такого плевения, такого более социального устройства мира, она, безусловно, присутствует. И в этом плане глобалисты как-то ее демонстрируют, там, и реализуют. И, возможно, в основе того, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, это... Ну, судя по тому, как глобалисты финансируют этот проект, процесс, он реализуется, может быть, не так, как концепция. Леон еще говорил о том, что вот этот всемирный Давосский форум стал как бы интеллектуальным центром, Шваб. Интеллектуальным центром этого процесса. Но их много центров. Они конкурируют друг с другом. Безусловно, есть координация крупных транснациональных корпораций в этом вопросе. Безусловно, есть серьезная проблема, связанная с монополизацией средств массовой информации и там Леон насчитал 5 основных игроков и монополизации в интернете. Там, с точки зрения там, не только Леона, там других людей, там 3 основных игрока. Есть эта проблема и есть желание, в общем, какое-то такое... Знаете, ну, позитивно выглядящее, что ли, желание больше социальной справедливости принести в этот мир. И оно реализуется. Вот. Но предполагать, что есть какой-то написанный план, значит, я бы не стал. Я в этом не уверен. Вот, ну, больше социальная справедливость – это хорошо. Другое дело, что при этом происходит усиление власти, вот этих самых элит, олигархов, как мы говорим, людей, влияющих на экономику и на политические системы. Ну, это опасно. Хотя, ну, опасно не катастрофически. Там все-таки происходит конкуренция, происходит смена внутри элит, конкуренция внутри элит. Ну, законы развития остаются, продолжают действовать.